Сейчас я покажу, как работает мой новый скрипт. Он называется SmallPig. Это скрипт для GrizzMonkey, для Firefox. То есть для того, чтобы он работал, у вас должен быть Firefox и установлено расширение GrizzMonkey, которое исполняет эти скрипты. Для того, чтобы включить скрипт, вы заходите в меню GrizzMonkey, выбираете пункт меню SmallPig. После этого, вот сейчас, когда скрипт включен, вы любая страница, которую вы посещаете, на ней скрипт отрабатывается и скалирует до размера 100 пикселей. Это настройка, которую можно изменить, я покажу позже как. Все картинки и видеофреймы скалируются до этого нового размера. А когда вы наводите мышь на картинку или на видеофрейм, они показываются в прежнем размере. Видеофрейм можно даже включить. Вот, например, так. Когда вы вводите мышь, видеофрейм опять становится маленьким. Для того, чтобы временно выключить скрипт, достаточно опять-таки зайти в меню и выбрать пункт меню SmallPig. Перезагружаем страницу. Опять прежняя функциональность, стандартная функциональность браузера Firefox. Ничего не скалируется. Опять включаем. Перезагружаем веб-страницу. Все скалировано. Размер, до которого скалируются картинки, видеофреймы, можно выбрать просто путем простого диалога. 100, можно поставить 50 или 200, как вам угодно.